СФ может фармить эншитов кайлами. Нахуй. Ни один опс не купили. Никогда. Похуй, я себе два опса в мид поставлю. Раз не хотят. Что там? Стрим снайпер есть? Вот один опс. Вот второй опс будет. Тридцать секунд до начала сражения. Сами себе покупайте следующие апсы, блядь, раз не хотите покупать. О. Найс. Найс. Иди ты нахуй за своей тычкой, блядь, в 70. У меня конченая линия. Да? Ну у меня дерево стоит, блядь. А, ну это он просто на подсеве, ты пытайся линию держать. Ага. Он максимум то, что можете линию. Если у тебя будет крипы под твоей ближе вышки, тогда он хоть как-то может их напрягать. Так он что может сделать? Может стоять, экспу воровать, все. Это единственное. Я тут с молда выебал. Бля, он впервые меня третий получил, хотя и сдох, понимаешь, да? Деньги вдох как раньше. Он тунает. Блять, Пури, он красавчик, нахуй. Он пришел, помог? Да. Без страха. Пури, он шарящий, это вообще приятно, что. Нью башню атакуют. Только вперед. Ты принадлежишь мне. Чую души. Возьму себя без страха. Ой, эти там, блядь, сверху разъебывают вообще линию. Повезло. Они бомбочки не трогали. Решили болтосики не брать на первой минуте. А тебе, блядь.
им не сбежать. Только вперёд. У тебя как вообще по крипсингам? 17. Ну, бля, у меня тут... А у тебя, ну... Пизделки. Эта сучка мне крипов прям не давала. У меня хотят только 21, блядь. В пыль сражения. Так много душ. Нужно больше душ. В другой раз. Разумеется. Как никогда. Меня атакуют. Без промедления. Ish, I cannot. Сучка отошла, я даже не знаю, где она. Им не сбежать. Кстати говоря, у него инвиз. Баунтусик есть? Оставь. Ну, прости, бля, что-то чуть-чуть пораньше я уже тыкал на них. Я уже понял, что ты их уже забрал. Я соберу их всех. Вашу нижнюю башню атакуют. Давай турку пиздим. Нижняя башня противника разрушена. Я соберу их всех. По ульту я прыгаю. Там
панда разлетелась. Дай руну здесь. Ой. Нахуй я это идет. Центральная башня противника дальше, разрушена. Дальше. Пошел. Вон тусик забрать. Я пойду у них этот рун опыта спичи попытаюсь. Там Барка. Барка в миде. Только вперед. Стоит на кровь без промедления. Хотела она. Как никогда. Я просто вышел, блядь. Морфин, блядь. 2к хп. Надо Рошана и заканчивать. Давай, подтягивайся, покупай масочку. Башня противника разрушена. Я нарушаю. Кого не убиваешь? Ты усу убиваешь. Света. У нас одна ультра. Давай. Куда, блядь, повернулся? Крипан повернулся.
Пойдем, пойдем, танкуй, пойдем, пиздец, блин. Верхняя башня противника разрушена. Вашу центральную башню атакуют. Нижняя башня противника разрушена. О, да. Да, чтоб ты теперь ты нафидел. Ну, я нафидить, и, короче, да, этот... Голду дадим, преимущество дадим, и все, погнали. Им не сбежать. Ну, мне что осталось? Ну, 700 голды. Без страха. Ну, давай попробуем, потыкаем. Центральные казармы противника разрушены. Вот внизу хорошее. ЕГЭ есть. Верхняя башня противника разрушена. Бля, барсук. А ЕГЭ? Ну нет, понятно, там просто рвет. Верхние казармы. Ну все, они сдались, может, стороны. Верхние казармы противника разрушены. А я вступил в говно. Не-не-не, ты там тебя, блядь, сейчас сожру. У меня ультимативной нету. Нет, камушек. Центральная башня противника разрушена. Ну, кстати, у меня 33 души. Нижняя башня противника. Саемка с одной ульты лопается. Центральная башня противника разрушена. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Не уйдешь. Нижние казармы противника разрушены. Нижние казармы противника. Так, пойдем куда-то в фонтан. Бля. Да, за этого Димона, блядь, играю. Бля, меня фонтан убил. 15-1. Ну что-то это такое все было. Как будто чего просто решили, как в турбо поиграть, блядь. Просто конвейер, блядь.